Добрый день, меня зовут Никита Акиньшин. Ну, нормально. Да, хорошо. Да, меня слышно? Да? Да, я являюсь студентом третьего курса направления банковское дело и финансы. Наверное, сегодня я бы хотел рассказать о том, чем мы занимаемся в свободное время, и, наверное, развеять мифы о том, что 90% свободного времени это занимает у нас учеба. У нас есть такие студенческие организации, как вечерняя школа МИЭФ, где мы подготавливаем абитуриентов, в общем-то, к первому курсу бакалавриата. Также у нас есть и студенческий совет, где мы помогаем людям и студентам как бы проявлять свои желания, возможности и вводить их в учебный процесс. Также у нас есть и организации, такие как ICF Crew. Такие есть организации, как ICF Crew. Это, можно сказать, неофициальные вечеринки проводят. Это три раза в год они обычно проходят. Также у нас по секрету от руководства института. Да. Также посвящение первокурсников тоже эта организация проводит. Также у нас очень развит спорт на МИЭФе. Наш факультет становился трехкратным чемпионом спартакиады. Вот. В этом году наша команда заняла второе место в соревнованиях по русскому жиму. В прошлом году третье место. Также, наверное, я бы хотел рассказать про свой опыт, может быть, какие-то достижения, которые я достиг за эти три года обучения на МИЭФе. Но параллельно обучаясь, я занимался спортом, смог достичь кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу и также чемпионом Европы стать, что доказывает, в общем-то, что не только учеба как бы занимает все время наше. Также в этом году мы с нашей командой участвовали в кейс-чемпионате, это чемпионат по решению бизнес-задач, где мы заняли первое место в России и получили достаточно большое количество офферов от крупных компаний. Наверное, это все. Я бы хотел вам пожелать всем удачи в подготовке и к поступлению и поблагодарить факультет за такие возможности. Если какие-то останутся у вас вопросы, я буду здесь, и после встречи официально можно будет пообщаться.